Я пришел в свой любимый стритфуд в Амстердаме и хочу показать, что едят настоящие голландцы. Адрес этой палатки будет в тексте этого поста в моем телеграм-канале. Многие слышали про знаменитую голландскую селедку. Ее вкус не имеет ничего общего с привычной нам селедкой. Холодная среда обитания и многовековой опыт работы с продуктом делают свое дело. Здесь ее подают с луком и маринованными огурцами, хотя сами голландцы спорят о том, нужно ли забивать вкус настоящей селедки. Селедку можно взять и с хлебом, но я предпочитаю более легкий вариант за 4 евро. Еще один специалитет голландцев – жареная треска. Ее готовят прямо здесь и подают соусом типа тартар за 9 евро. Я не очень люблю жареные в кляре блюда, но эту рыбу советую попробовать. Она невероятно сочная и практически идеальная по вкусу для фастфуда. И, конечно, нельзя не попробовать копченого угря за 9 евро. Эта рыба совмещает в себе все те качества, которые заставляют меня возвращаться сюда снова и снова.